Hey guys, всем привет, добро пожаловать на канал Last. На связи, как всегда, как обычно, вместе с вами держите пятерочку нашу любимую. Правда, на этом канале она не очень традиционная, но тем не менее. В общем-то, сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Marmok Team. Команда Marmok'а. Если вы вдруг не знали, то у Marmok'а есть своя мобильная игра. Я ее, в общем-то, смотрел, когда она только вышла несколько лет назад. Я записывал еще ролик с телефона. А вот сегодня я решил посмотреть, что эта игра из себя представляет в 2021 году. Да, в общем-то, сейчас, как она играется, что в ней нового, что в ней интересного. Я, конечно, не особо помню, что там вообще в ней нужно было делать. Но плюс-минус что-то там, какое-то представление в виду, в общем-то, имеется. Буду пробовать сегодня играть на компе через эмулятор, как обычно, LD Player. Если вы так же, как и я, хотите попробовать поиграть в мобильные игры на ПК, то я вам ссылочку на этот эмулятор оставлю в описании на официальный сайт. Я думаю, что вы, в принципе, в нем разберетесь без проблем, потому что он бесплатный, простой в настройке. Так что, я думаю, у вас проблем не возникнет. Ну, а если вдруг возникнут, то вам также, наверное, еще ссылочкой оставлю ролик с настройками, как я его настраивал у себя. Ну, а мы начинаем с вами приключения Marmok'а в его, в общем-то, мобильной игре. Я так понимаю, это кликер-слэшер, что-то типа того. Сейчас мы, в общем-то, с этой игрой ближе познакомимся. Привет, на тебя возложена важная задача по защите мира от монстров. Проведи пальцем по экрану, чтобы нанести урон. Ну, я так понимаю, у нас вместо пальца здесь, естественно, будет мышка, да? О, слушай, достаточно удобное управление это, конечно. Монеты повыпадали. Давай-давай, я вот этих пауков помню. Молодец, необходимо постоянно прокачивать уровень своего героя, чтобы повышать его боевую мощь. Ну да, это, короче, такой, типа, вот, где надо слэшить, кликать мышкой и так далее и тому подобное. То есть игра именно в таком стиле сделана. Давайте я, наверное, сейчас себя поменьше сделаю. Так, прокачивай героя и повышай боевую мощь, давай. Ну, то есть, да, здесь я понял. Но сейчас мы будем, в общем-то, по ходу дела с вами разбираться, смотреть, что здесь интересного. За золото можно открывать помощников. Для тебя они крайне важны. Да, там, по-моему, можно было что-то такое делать. И напишите, ребят, кстати, в комментариях, играете вы в эту игру или вообще играли ли в нее когда-либо. Будет интересно почитать, кто в нее еще до сих пор играет, не играет. Как вообще она вам нравится, не нравится. Дробитель за 20 монет. Мой молот с тобой. Это кто это такое озвучивает? А, мы теперь вдвоем с нашим дробителем, короче, мобов уничтожаем, да? Я понял. О, это босс. Ну смотри, они отлетают вообще на изи. Их, блин, вот видите, вот здесь сделал именно персонаж главный. Как раз-таки в виде Marmok'а. Ну, в смысле, как с него срисован, скажем так. Смотри, у нас бабки сыпят. А, бабки еще же надо подбирать. Поняли прикол? Тебе уже хватает золота, чтобы выучить первое умение. Для этого перейди во вкладку героя. Слушай, такое было? Автоматическая пушка, стреляющая 10 раз в секунду. Воу. Слушай, а прикольно. Вот такие игры на самом деле, да? Они достаточно простые в своем стиле, в своем управлении. То есть ты просто кликаешь. Но здесь ты вот прокачиваешь персонажа. И это на самом деле в этом есть определенный интерес. Ну-ка. Можно, кстати, эти умения потом забиндить на какую-нибудь... О, можно вообще самому, по сути, ничего не делать. И только монеты собирать, и все. А за тебя будут все эти только убивать всех. Так, а на монеты именно надо кликать, да? То есть не просто... А, ну да, как я просто... Это же я... Да, я же... О, босс, босс, босс. Давай, давай, Marmok, блин, долби. Опа, сундучок, опа, монеты. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Подожди, подожди, подожди. Слушай, ну прикольно, с такими эффектами сделано. Вот сразу видно, что Marmok здесь, в общем-то, принял свое участие в плане, конечно, не разработки игры, а именно, наверное, ну, каких-то советов, может быть, визуальной составляющей, чтобы было интереснее. Я помню, мне, кстати, после того первого ролика даже разработчики, по-моему, писали. Не помню, о чем был разговор, но я помню, что сами разработчики, в общем-то, писали. Хотели... не помню, что, правда, но что-то хотели, короче. Так, новый уровень. Вот, мы можем, смотрите, ему уровень, видите, прокачиваем, и мы его мощь, короче, увеличиваем. И теперь вот он, по 8, то он у нас по 2 бил, смотрите, мы сейчас прокачаем. Теперь у нас по 16, а, ДПС, значит, это его именно урон. То есть он именно равен, это не просто какая-то условная цифра, она именно равна. Подожди, они постоянно, что ли, появляются? А как мне, допустим, я хотел бы, ну, как бы, чтобы... Подожди, а смысл? Эти мобы же меня не бьют, их просто надо, чтобы этим их убивали, да? Так, а у нас здесь будут разные умения, но, в принципе, я думаю, их не обязательно там биндить на какие-то кнопки, мышкой, тут несложно. А вот, а, мы еще и дробителя можем, смотри, мы еще и его прокачали, теперь он тоже будет больше бить.
А, слушай, прикольно. А мы никого... А во, мы JD можем. А это же джедай из этого, из Звездных войн, да? Слушайте, давайте на него денег накопим. А поэтому, наверное, Мармок Тим, да? То, что здесь локации меняются, прикольно. Пауки. Сейчас мы, короче, монет нафармим. И будем... Откроем, короче, нового этого. Ну, видите, сейчас они мне говорят в героя перейти, типа. И новый уровень именно героя увеличен. Я хочу сейчас накопить монет и открыть JD. Можно? Давай, ну-ка. Да, есть. Ну-ка, JD. Тьма падет. О, тьма падет. Это этот, как его? Блин, как его называют? Здесь музыка играет. Я пытаюсь с вами быстро говорить, чтобы не пропускать ничего. Как же это... Блин, я не помню. Мы недавно с вами в Star Wars играли Battlefront. Там был этот, по-моему, персонаж. Я не помню, как он называется. Напишите, ребят, в комментах. Так, мы можем, короче, их уровень... Смотри, он на 36 урона долбит. Нифига себе, мы можем страйкера какого-то за 800 монет. Ну, то есть, видите, да, смысл в том, что ты, короче, прокачиваешь своего персонажа. Он начинает больше урона наносить, больше монет выбивать. И тем самым здесь вот по такой вот, по накатанной идет. Ну, такой прикольный. Я, по-моему, это слэшер называется, если я не ошибаюсь. Так, мы, короче, нашего гнома этого прокачаем. Ну, нахрен нам этот гном не нужен. Я хочу больше контента посмотреть. Давайте монеты будем копить. Нафиг. О, нифига себе, это кто-то. Блин, слушай, это как Пудж, да, по-моему? На Пуджа похож из Доты. Я в Доту особо не играл, но, по-моему, он на Пуджа похож. Блин, я тут мышку вот так вожу, у меня аж монитор трясется. Ё-моё. Так, а кто у нас? Я хочу, ну, вот этого, конечно, накопить. Но можно еще вот самому Мармок. А вот еще есть приговор. Необходим гер... А-а-а, слушай, мне же, чтобы открывать новые штуки, надо этих прокачивать тоже уровень. А-а-а. То есть мне нужно ему, короче, 25 уровень, чтобы приго... А вот, мы же можем сейчас пушку поставить. И все. Так, это уровень этого, да? А, ну, я хочу, короче, 800 монет нафармить. Но я не знаю, получится у меня? Ага, это что такое? Достижение мне дали. Ну, дали какую-то штуку. А за нее что мы можем, интересно, потом купить? Вопрос. У меня 101 вот этот рубин. Что мы за него можем купить? Непонятно пока. Тут есть чат какой-то. Кто-то там, блин... До сих пор спрашивают за озвучку. Там кто-то что-то пишет. 40 минут. Тихо-тихо-тихо. У боссов периодически появляются цели. Это уязвимые места. Кликни на него, чтобы нанести гораздо больше урона. О, смотри-ка. А я могу просто тыкать? Могу вот так водить? Ага. Нифига он там ему урона наносит. Видели? 1075 урона. 750 точнее. Нифига себе. Мертвая земля. Это тоже босс? Да, это другая локация у нас. Так, а сколько я накопил? Я накопил почти 500 монет, да? Блин, а как интересно больше монет увеличивать, чтобы было больше монет? А что это дает? Вот эти достижения, что они дают, интересно? Так, он мне говорит повысить уровень этого. Но я хочу, короче, страйкера еще открыть. Мне интересно страйкера этого открыть за 800. Мы уж почти с вами накопили. Давайте 200 монет и все. Еще. И будет норм. Да, видите, здесь, короче, можно просто тыкать на мышку, а можно зажать и водить. О, бот. Ой, бот, босс. Бот. А почему они тебя не дамажат? Самое интересное, видите, то, что они тебя-то не дамажат. То есть здесь, по сути, было бы прикольно, если бы они, наверное, тебя дамажили, чтобы ты прокачивал, ты чувствовал свою мощь не только по большему количеству дамага, но еще и чтобы ты мог, допустим, все защиту там и так далее. А то, получается, ты просто так кликаешь. И какой смысл? О, 800, давай, ну-ка. Принял, команда огонь. Отморозок, это этот, Саб-Зиро, короче. Этот стоит, сэмочки там наяривает. У него 237 урона, он стреляет, по-моему, да? Ни хрена себе. Ну-ка, этого мы... Давай-ка Мармока самого качнем. Блин, а как бы нам монет больше получать? Или он сейчас стал больше их получать? Стал он больше их получать? А вот, смотрите, это наш суммарный ДПС, да, этот или нет? Вот это вот, видите, это же суммарный. Да, это столько, сколько мы вносим этому мобу, короче. Во, бам. А это был босс, да? Вот, это мы... мы по 200 монет, смотрите, по 27 монет. А с босса... То есть мы, видите, оп-оп-оп-оп-оп. А, я думал, это по одной монете, они же... Нифига. То есть они, оказывается, монетка-то как бы визуально одна, но она дает много денег. А, все, так у меня уже бакс 30... Это, 1036. О, блин, прикольно. Слушай, я бы даже себе на телефон бы такую скачал, сидишь, тыкаешь, прикольно. Так, а когда у нас босс будет? Нам надо, короче, босса дождаться и потом пушку-то поставить, и будет жестко. Интересно, как часто здесь босс... Вот босс, смотри, пушку ставим. Все, погнали. Все, погнали. Опа, мы ему сейчас вот так будем урон наносить. Опа. Ага. Угу. Есть, все. Нифига там бабок упало, ни хрена себе, блин.
Смотри, нормально. Ух, ну мы можем даже ничего не делать, они их достаточно быстро убивают. Вон, я монетки собираю спокойненько. Так, вот, мы можем, короче, ну, 400 тысяч стоит, чтобы урон был. Ну-ка, а что это такое? Еще я его убил, да, вот этим скиллом? 4 минуты откат у него. А чтобы, типа, он быстрее откатился, нужно, короче, этот... А вот с глаз есть, 50 уровень героя нам нужен. Нифига себе. Ага, вот у нас, блин, я не могу ни турельку поставить, ничего, да? Опа. На 5 тысяч урона, на 6 тысяч почти. Видали, я по 119 стал сам бить. Опа. Ага. Одержимая гидра. Давай, давай, давай. Блин, слушай, интересно. Так, блин, я тут просто мышки наяриваю, вы видели, блин. Так, этот. Надо на самом деле, кстати... А что-то маловато монет-то у нас, нет? А, ну потому что мы этот скилл выучили. Блин, офигеть, меньше ты... Опа, что это такое? О! Это дрон. Они всегда полны золота, рубинов и других очень нужных вещей. Не упускай их. Воу, ни хрена там... Дроны это круто, дроны это топ. Ну-ка, что такое получить? Мне больше 20% урона мне дали. Прикинь, ни хрена себе. Ни хрена себе. То есть я... это что, реклама? Нет. Так, ну ладно, нормально. Мне, короче, за рекламу даже да, еще какой-то бонус дали. Ну ладно, окей. Так, у меня уже 6 тысяч монет. Ё-моё, нормальная тема. Так, я могу сейчас прокачать. Я, во-первых, могу, наверное, нанять себе уже Саб-Зира. У смерти да? Ледяное дыхание. Блин, прикольно такая озвучка, четкая, да? Такая, у смерти ледяное дыхание. Блин, я тоже хотел бы озвучить бы какой-нибудь персонаж, был прикольно бы. Хотели бы, ребят, чтобы я тут персонажа бы какого-нибудь бы озвучил бы? Я бы озвучил бы. С удовольствием, мне кажется. Было бы прикольно какого-нибудь персика озвучить. По 7000 урона бью, короче, ему. Можно... А сколько у него ДБС? У него... Нифига, он на 1000 бьет. Офигеть, ледяной перевал. О, зомбы, зомбы пошли, ребята, зомбы пошли. Слушай, ну бабок нормально сейчас сыпется. Вообще с боссов особенно. Так, мы можем, короче, Саб-Зира прокачать. Можем... Блин, гнома можем прокачать. Ну, гном такой... Опа, а это что такое? А это что такое? А, я его сразу бахнул, короче, на все бабки, видели? Дрон, 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 дрон. Это что такое? Я если рекламу посмотрю, мне дадут 17 тысяч золота. Давай, давай, давай. Так, и чё, и где мои 17 тысяч денег? Во! Да, смотрите, мне монеты выпали, я их зафармил на изи. Так, а что мы можем? Давайте мы можем сейчас прокачать уровень пушки, допустим. И мы можем прокачать уровень, в общем-то, мармока. И сразу на все бабки, смотри, мы прокачали, короче. Сразу просто на все бабло 40... У него, короче, теперь 590 урона. Но здесь получается и хп-то у мобов тоже больше становится, но с них и денег больше сыпется. Ну то есть игра в принципе о том, чтобы собрать максимальное количество героев, прокачать себе максимально возможный уровень и душить в общем-то с этой с помощью этого их на изи. Нифига бот от, босс отлетел вообще на изи, видели с какой скоростью он откис? Офигеть. Давай, 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 давай. Сейчас надо, короче, подкопить и может еще кого-нибудь купить. Там, короче, этот, по-моему, из Overwatch это есть. Не помню, как ее зовут. Там девчонка из Overwatch вроде как, да? Ну-ка. Где она? Ага, на нее 63 тысячи денег надо. Ни хрена себе, блин. Слушай, ну это дофига, ребята. Это дофигища реально. Так, а кого мы можем? Мы вот этого можем прокачать. У него вообще 5 тысяч урона теперь. О-о-о. Опа. Это кто такой? Это босс? Опа. Опа, опа, опа. А что такое? Блин, я походу пропустил или нет? Нет, 2000 вроде дали, да? Так. Ну, блин, джедай этот, в принципе, он бесполезный, мне кажется. Особо-то так. Он, конечно, бьет, но так себе, типа. Мне кажется, здесь, в принципе, прикольнее прокачивать. Но здесь... А, ну я понял, для чего нужно. Смотрите. То есть, если ты хочешь прокачиваться активно, быстро, то тебе нужно качать уровень именно мармока. А если ты хочешь просто беспалево собирать монетки, допустим... И чтобы твоя команда, вот эти чуваки сами... Ну-ка, нифига я ему дал. Для, как бы, чтобы твои чуваки сами тебе деньги приносили, пассивный доход, что называется, да? То ты им уровень качаешь, короче, им качаешь уровень, и они, соответственно, тебе быстрее добывают эти... То есть ты, по сути, ничего не делаешь, просто собираешь эти деньги, я даже не знаю, надо их собирать, или, может, они автоматом собираются. Просто сидишь вот так, кликаешь мышкой, а они сами его прокачивают. Так, а я им, смотри, я им еще какие-то умения выучиваю тут, ни хрена себе. Так, ну-ка, давай мы кого? Мы сейчас Саб-Зира как дадим.
Еще и вот этому дадим. Чтобы. Смотри, они гораздо быстрее. Опа. И что, я получил еще какие-то монеты за него, нет? Блин, я не успеваю, я на дрона жму, а там какие-то, короче, мне предложения идут, и я что-то не прочекиваю фишку. Оп, сразу плюс 18 уровней. Хоп, она. Видите, они сейчас стали, в принципе... Это бот? Босс? Бот. Почему всегда ботом его называют? Да, у него почти 1 000 000 хп там, блин, пипец. То есть, видите, я тут оп добавляю, потому что 29 урон. Ну, мой-то урон, как бы, он такой не сильный, на самом деле. А вот чуваки настреливают там нормально. Пушка, смотри, настреливает, стоит. Чуваки его фармят, в принципе. То есть, достаточно активненько. Надо, короче, 63 тысячи, чтобы вот эту хрень купить. Блин, а сколько мне сейчас денег дадут? Так, хочешь посмотреть короткий ролик и продолжить бить босса? Нет. А что бы мне это дал? В смысле? Я убил босса и мне не да... Подожди! Я типа не посмотрел ролик и они мне босса убрали? Ах вы, хитрецы-то маленькие, а? То есть поняли, да? То есть если бы я посмотрел ролик, мне бы дали с него бабок, а так мне с него бабок походу не дали. Осуждаю. Ну, ребят, ну это осуждаю. Так, опа, дрон. И что здесь дают-то? А, я могу один этот получить, я понял. Вот, это рубин дается с него. Блин, прикинь, какие они хитрые, а? Вот жуки. Так, а здесь что у нас? Нужен 50 левел героя. Вот, ее новое умение, какое-то. Смотри, ну-ка. И что это дало? Не знаю, что дало, но что-то дало. Я ему... От 1500 урона наношу теперь сам чисто мармоковским персонажем. Нифига себе. Самое время рассказать про волшебные свитки. Это самые важные артефакты в игре, которые влияют на силу твоего героя. Опа, да. Купить свиток. И что это такое? Выберите сундук центральный. Весь урон плюс 30%, плюс 10% длительности турели. А на оставшиеся алмазы ты можешь поднять его уровень. Угу. И что это даст? Теперь дойди до 40 уровня, и за это я дам тебе еще 40 алмазов. Или сколько там алмазов? До какого дойди уровня? Подожди, я не понял, до какого надо уровня дойти, он сказал. Дойди там до какого-то уровня, и я тебе там еще что-то дам, говорит. Вы поняли, что надо? О, босс! Ну-ка. Виктор, офигеть, я его одним ударом победил. Прикиньте. Используй джетпок, а получить еще 125 золота. Блин, а там можно было рекламу посмотреть, там плюс 125% золота бы. Ни хрена у меня бабок посыпалось, вы видите? Я по 20 тысяч денег получаю с этих монет, по-моему, не? О, босс. Ну-ка, это что такое? А, это увеличенное количество денег. А турелька, блин. Нормально, нифига там бабок. Ё-моё, 120 тысяч, пацаны. Охренеть, вот это количество баблишка завезли. Нормально, давай, максимально. А, ну сейчас уже все, сейчас уже меньше, да, денег? Все, уже этот бонус прошел. Ну-ка, подожди, вот, я могу флешку открыть. Только вперед. Сталкер. У нее 35 тысяч урона. Ну да, видите, прикол в чем? То, что теперь они вообще сносят быстро, видите? Блин, а напишите, как ее, я не помню, как ее зовут? Вот этого персонажа из Overwatch'а. Блин, а это за 1,5 миллиона сталкера можно открыть, короче. Так, а что я могу еще прокачать? Я могу, короче, мармоку сразу уровни 1 000 000 накинуть. И это мне даст... О, я смотри, если я сотый уровень героя апну, то я смогу как скилл открыть, короче, джекпот, короче. Чтобы у меня бабок было много. Опа, что это дает? Улучшение самого сильного, плюс 15 уровней. Ну-ка, давай за рекламу 15 уровней. Так, и чё, нифига, она прокачалась, да, жестко, типа? После этой рекламы, да, она сразу 16 уровень стала, у нее 600 тысяч урона. Прикинь, она бьет, нифига, у нее хп. Смотри, как она долбит просто как тварь. Охренеть. Видали, ты рекламу, короче, смотришь, и тебе сразу такие бонусы охреневшие. Да? Вы смотрите, как она сносит. Она за один удар сносит. У нее 670 тысяч урона. Она просто сносит за один удар. Она за один удар мобов сносит. За один выстрел. Ты посмотри, за один выстрел. То есть ты вообще можешь вот так сидеть, ничего не делать. Видишь, бабки тебе сыпятся. То есть ты просто на фон поставил. Во, босс. Бам, ставим турель. Вон, я даже не успеваю турель ставить. Просто ты вот так вот сидишь, ставишь это все дело на фон, короче.
И у тебя просто бабки фармятся сами по себе вообще. То есть ты ничего не делаешь, у тебя суммарный урон там просто жесть. Охренеть, вот это да. Слушай, ну да, я играл в такие подобные игры. Я помню, там была какая-то симулятор добычи нефти, там еще что-то. Блин, охренеть. Я сейчас миллион, у меня если денег будет, я смогу купить все сталкеры. Во, Виктори, ну-ка, дали миллион мне? Почти. Опа, это что даст, это что даст? Получи 5 миллионов денег, давай рекламу сюда. И чё, мне дали 5 миллионов? Да, смотри, мне 5 лямов дали, пацаны. Жесть, я открываю нахрен давай сразу. Давай избавимся от этих монстров. Давай избавимся от этих монстров. Ну-ка, и чё, они сами как, фармят жестко? Да, у него, короче, у него тоже 600 тысяч урона сразу. Но здесь, видите, здесь и мобы начали появляться сразу. У них по 15 миллионов жизней вообще. Опа, она на 500 тысяч урона сразу ему вот в эту попадаешь в прицел. Просто дофига сразу дает. Охренеть, вот это я ору, ребята. У меня у нас еще 5 миллионов. Ну-ка, а мы можем сейчас мормоку повысить уровень жестко? За 5 лямов сразу ему 115 уровень апнул. Сразу вот эта вот хрень. Сразу ее активируем, и нам бабок больше начинает падать. Поняли прикол, да? Так, и что дальше? Смотри, сколько там денег начало сыпаться. Жесть! Деньжат просто сразу по миллиону вообще чуть ли не с одного босса. Вон там 2-3 моба убиваешь, тебе сразу лямы сыпят, охренеть. Давай вот этому уровень прыгай, давай выучить умение, ему выучили. Ё-моё. Я, короче, сейчас всех на максимум прокачаю жестко, блин. Короче, всех сейчас буду просто прокачивать невероятно. Опа, дрончик. И что дает удвоение дрона, и что это даст? Посмотри рекламу, получи повышенную награду. А что это даст? Удвоение урона. А, удвоение. Ну это ладно, не надо. На 10 минут. Ну да, на 10 минут. То есть мы бы могли вообще там, типа, 10 минут. Могли бы точно сидеть вот так, боссов убивая, вообще ничего не делать. А бабки бы сыпались ручьем бы просто, рекой бы тикали, блин. Слушай, охренеть. Ну я уже, блин, я практически всего достиг в этой игре. Ну, короче, гладиатора мы бы выбили. Это, кстати, по-моему, из этого, из Скайрима, да? Но мы его сейчас можем вообще на изи зафармить, кстати. Давай вот эту поставим, турельку. И просто будем босс. Во, босс, босс, босс. Смотри, нифига, у босса 100 миллионов хп. Вы чё, офигели? Куда столько-то? Блин, ну они отлетают там, просто рассыпаются, как печенье. Давай, все, ребят. Сейчас, короче, фарманем вот этого за 15 миллионов персонажа. Да? И, ну-ка, 15 минут, да. Ничто не помешает мне сражаться за тебя. А это одна и та же озвучка, да? Один и тот же голос, по-моему. Ой, это босс какой-то, у него там 200 миллионов хп, просто 200 миллионов. Я мормоком по 500 тысяч урона теперь бью. О, а так 250 урона. 250 тысяч, охренеть. Ну, короче, тут уже цифры какие-то вообще невероятные. И я уже 10 лямов, я одного босса убил, я 10 лямов получил денег. Охренеть, ребят, не все. Опа, ящик. О, сундука. Дрон, 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 дрон. Так, ну ладно, я не буду сейчас рекламу больше смотреть. 25 миллионов денег, пацаны, что происходит? Так, а что мне дадут? Ярость, необходимый урон 200, охренеть. Ой, уровень 200. Ё-моё, блин. Ну-ка, еще такое. Блин, офигеть, у него там хп, вы видите, сколько у него миллионов хп просто. Миллион тысяч урон. Ну-ка, подожди, а я хочу, знаете кого? А если мы вот этого сейчас качнем за 8... Ну-ка, а вот этого сталкера сейчас как качнем? 6 миллионов урона. У этой 9 миллионов урона. У этого... Ну, вот эти, кстати, мне кажется, их бесполезно вот так качать. Они, мне кажется, какие-то бесполезные, реально. Хочешь посмотреть короткий... А, видишь, типа, короткий ролик, и опять, чтобы бить босса, продолжить. Ну ладно, давайте, короче, вот этого последнего боссика добьем, и будет топ. Так, и чё, и мне бабок дали, да? Ооо, нихрена, я сразу 10 лямов с него получил. Жесть. Давайте мы сейчас ставим турельку сюда. Пусть она фармит. Мы, короче, потом за 60 миллионов... А, нет, миллиардов, за 60 миллиардов мы можем потом купить себе этого из Half-Life. Ё-моё, вы, конечно, дали. 18 уровней за 20 миллионов ему сразу. Опа, на, за один скилл просто уничтожили босса вообще на изи. Да, слушай, интересно. Ну тут уже, видите, здесь уже суммы на биллионы идут. Так, джекпот, короче, пошел. Все, джекпот пошел. Так, ладно, ребята, давайте мы сейчас вот так мормока еще уровень прокачаем. И что, у нас здесь 200 уровень нужен. А вот это мы можем, да, что-то прокачать? Ё-моё, жесть. Но у меня уже все, у меня уже денег почти нету. Денег нету, пацаны. Опа. Опа.
Все, нормально. Давай вот этих сейчас сразу плюс 70 уровней. Да ну нафиг. Да ну, тут 50 уровней. У него тоже уже, у гнома уже 1 000 000 урона. О, нереально. Охренеть, там бабок сыпется. Да уже по 1 000 000 денег сыпется, ребят. По 1 000 000! Просто по 1 000 000 сыпет денег, прикидываете? Офигеть. Ладно, блин, но на самом деле, ребят, в эту игру можно играть просто, по-моему, бесконечное количество времени. Я думаю, что мы на этом закончим. И так тут с вами, блин, за 25 минут ролика нафармили уже себе просто 61 единицу миллиона урона. 61 миллион урона, вы понимаете? О, босс. Дай вот этого босса сейчас как убьем нахрен. Давай, давай, яривай, наяривай. Давай мы вот так хопа ему туда. И ему еще разочек. Все, и сколько мне дали? Ой, там сколько бабла. У меня 120 миллионов. Блин, так хочется прям монетки собирать. Ладно, ребят. Блин, ну дрон. Дрона точно надо забрать. Давай удвоение урона. Ну все. Вот сейчас они точно будут сами справляться. На изи вообще. Короче, ребята, на этом мы с вами заканчиваем. Игрушка сделана достаточно качественно и интересно. Это на самом деле круто. Для тех, кто любит вот такие вот простые кликеры, в которых можно позалипать определенное количество времени, я думаю, что вам такая... Блин, охренеть, у них там хп. Я думаю, что вам такая игра обязательно понравится. Так что, в общем-то, можете в нее поиграть. Ну и если вам интересно, естественно, я вам ссылочку на эмулятор на этот оставляю в описании. Скачивайте его. О, хорошо, теперь на алмо. Ладно, все, все, подождите, хватит. Все, ну подожди, все. Короче, точно, ребят, заканчиваем. Ссылку на эмулятор оставил в описании. Поставьте лайкос, не забывайте. Подписочку, колокольчик. И всем удачи, хорошего настроения. Пока.